Азербайджан делает важный шаг в развитии своей системы раннего предупреждения об опасных погодных явлениях. С аэростанции Национальной гидрометеорологической службы в поселке Маштага возобновлены аэрологические наблюдения. Первым шагом в этом направлении стал запуск радиозонда. Это возвращение к регулярным измерениям метеорологических параметров в атмосфере. Радиозонд, являющийся ключевым элементом системы раннего оповещения, позволит регулярно отслеживать метеорологические показатели, такие как температура, влажность, параметры ветра и атмосферное давление на высоте до 30 километров и в радиусе 200 километров от станции. Это, в свою очередь, повысит точность гидрометеорологических прогнозов и предупреждений для населения. По мере подъема в атмосферу радиозонд будет передавать данные на сервер с помощью радиосигналов, позволяя измерять метеорологические параметры на различных высотах. На основе этих данных синоптики будут строить метеорологические диаграммы и анализировать их. Устройство и принципы работы радиозонда за более чем 80 лет истории этого оборудования принципиально не изменились. Небольшой измерительный прибор, снабженный метеорологическими датчиками и радиопередающим устройством с помощью шара, наполненного газом, поднимается в атмосферу. Высота подъема зависит от диаметра шара и погодных условий. Пока шар летит, датчики собирают данные, а радиопередатчик передает сигналы на Землю. Применение радиозондов позволило создать оперативную аэрологическую сеть и новый метод анализа атмосферных процессов, что стало основой прогнозирования погоды. В наши дни организовано систематическое радиозондирование атмосферы. Сотни радиозондов в различных уголках планеты поднимаются на высоту до 35-50 километров. Происходит это два раза в день, в полночь и в полдень по мировому времени. Интеграция Азербайджана в глобальную систему раннего предупреждения продолжится через трансляцию международных прогнозов погоды. Процесс основан на данных аэрологических наблюдений, собранных в рамках государственного инвестиционного проекта. Возобновление аэрологических наблюдений позволит еще более эффективно использовать данные, полученные от международных метеорологических центров. Также это откроет новые возможности для сотрудничества с международными организациями в сфере мониторинга атмосферы. Изменение климата приводит к учащению и усилению опасных атмосферных явлений по всему миру. Азербайджан, как и другие страны, уделяет большое внимание постоянному мониторингу атмосферы и ее различных параметров. Важность такой информации заключается в способности заранее прогнозировать опасные явления и минимизировать их последствия. По данным Всемирной метеорологической организации, при возникновении природных аномалий своевременное предоставление информации о катастрофе, например, за 24 часа, может сократить потенциальный ущерб до 30%. В ближайшее время в Азербайджане продолжится работа по развитию системы раннего предупреждения. Планируется улучшение инфраструктуры метеорологических станций, приобретение современного оборудования и обучение специалистов. Все эти меры направлены на обеспечение безопасности населения Азербайджана и создание условий для устойчивого развития страны. Нармина Хамбабаева, Фарид Ибадов, Исмаил Алиджанлы, CBC.